В Тверской области побиты очередные температурные рекорды. Начало последнего осеннего месяца хоть и выдалось дождливым, но совсем не по-ноябрьски теплым. Ждать ли нам обновления температурных максимумов и когда в регион придет зима? Наш корреспондент выяснил у тверских синоптиков, какая погода будет в ближайшие дни в Верхнем Волжье. Едва вступивший в свои права, ноябрь сразу же начал удивлять жителей некоторых регионов Центральной России теплой погодой. И ночью днем на градусниках плюс. В некоторых регионах Центрального федерального округа среднесуточные температуры били рекордные значения. В том числе и в Тверской области. В некоторых муниципалитетах столбики термометров подбирались к отметке аж в 13 градусов. Но при всем этом шли дожди. Надолго ли это тепло задержалось у нас в Верхневолжье? 5 ноября был побит температурный рекорд 2019 года. Воздух прогрел до 13,2 градуса. Аналогичная ситуация в соседних губерниях. Так, температурный максимум был зафиксирован в Смоленске. Там было 14,2 градуса тепла. Около 15 в Москве и чуть больше 11 на Вологодчине. Так, во многих регионах, в том числе и у нас, первая декада ноября выдалась теплее, чем в предыдущие годы. Если многолетние значения брать, ну, среднюю температуру, которую мы, в принципе, отслеживаем ежегодно и ежемесячно, по температуре, да, немного теплее по средним многолетним значениям. А что касается осадков, они достаточно характерны для конца уже осени. В данном случае речь идет о дождях. Снега и заморозков в ближайшее время ожидать не стоит, говорят синоптики. Пока на территории области сохранится теплая сырая погода. По предварительным прогнозам, пока у нас... Похолодание, такое ощутимое похолодание, так, чтобы можно было его назвать именно устойчивым похолоданием, по предварительным прогнозам до 20-х чисел пока не предвидится. Температура будет в ближайшие дни сохраняться в течение суток около 3-8 градусов. Более того, синоптики пока не берутся прогнозировать, когда в регион придет зима. У специалистов пока есть сомнения, что в принципе до конца ноября сформируется устойчивый снежный покров. Но это пока что предварительные прогнозы. Когда точно зима вступит в свои права, пока неизвестно.